Всем доброго времени суток. Дикая лица маркиза. Дневник приручения. Вон он сзади тебя. Давай. Мне тут все надо перепроверить. Куда пошла много еще? Кот какой подлый, вот сидит тут и царапается, в лесу раздражает. Давай доедай там, маленько осталось. Что он там делает, пушивец? Сетки что-то там царапает. И противный. Давай. Че, мясо не хочешь сегодня? Ты че? А? Че с тобой случилось? Так кот-то все хочет. Кот-то съест, если будешь вредничать. Скотина. Ну, может, ягодку будешь есть? А? Че у тебя там спрятано что-то? Будешь ягодку есть? Ничего она не хочет. Крысу вчерашнюю не доела. Будешь мясо есть или не будешь? А? Кто-то ждет. Это ей надо мои эти самые обнюхать. Не хочет она. Мясо она не хочет сегодня вообще. А что будешь есть? Второе яйцо будешь есть? Вот ты тарелку-то вылезла до дна. Коту ничего не оставила. Ну, иди сюда. Будешь еще одно яйцо есть? А? Вот яйцо, оно облизывает яйцо. Оно.
Осенью пудло яйца стало есть. Мясо не стало есть. Почему? Крыса залезла к ней. Она ее поймала и съела. А кот не смог ее поймать. Комар еще привязался. Куда нам скорлупу колупаться? Давай иди ешь. Кого, куда пошла-то? А? Много же еще? Нет, она свои условия пошла ставить. Это темная девка. Давай. Подкрадываться будет, все вымерять, каждый сантиметр. Ну куда пошла? Давай иди. На. Ну подумай хорошенько. Я ж тебе приготовил. А то кот зайдет, все съест, тебе ничего не оставит. Что-то какие-то у него причуды опять начались. Давай. Я ж для тебя приготовил, противная. Это она хочет, чтобы ее не трогали. С безопасного расстояния только есть. А кот там пугает ее, бегает. Угу, не сюда. Перелазь. Такой кот туда останется. Кот-то он ждет. Давай. Подходить она думает. Подходить она не хочет гладиться. Ну, маркиза, а? Подумай хорошо. Нет, она хочет, вот здесь она будет есть. А там она не будет есть. Ну, все что ли? Ну и сюда. Не доедай. Кот рвется в вольер, сетку царапает. Что, коту оставила, что ли? Ну иди, кс-кс-кс-кс-кс. Ой. Пулей прямо. Пулей рванул. Я ж тебе говорил, доедай. И она все проверит. Кота-то что проверять? Будешь мясо есть, нет? А, хулиганка? Она не хочет, спряталась она. Она спряталась. Нет, тут сразу не могла доесть, коту оставила, теперь проверяет. Кот нифига не оставит тебе. А ты только оставляешь. Угу. Зря ищешь, она ничего не ела, кроме яйца.
Что делать? Кот пошел гарнир ее доедать. Офигеть. Дома не ест вообще такое. А у лисы ест. Кино. Гарнир цыплята едят. Она только мясо ест. И кот гарнир ест. Когда есть, ничего не найдет в вольере. Все на гарнир на это самое переключается. Там кружки от мяса остались. Он выцарапывает. Оставь цыплятам. Вот не хочет же, не хочет, а будет есть. Иди, может, там что-нибудь еще она поймала, еще кого-нибудь. Короче, все. Она ничего не хочет. Он тоже ничего не хочет, ничего не нашел.